Всем привет! Вы на канале Cops Will Show, и в этом выпуске речь пойдет о том, как заработать на YouTube с нуля. Бытует такое мнение, что новички тоже хотят кушать. Сколько можно заработать на YouTube в первый год? Сразу настройте себя на то, что заработок на YouTube в первый месяц составит 0 долларов. Вам потребуется время, чтобы подготовить интересные материалы, снять, разместить видеоролики, провести SEO-оптимизацию названий и описаний, и только потом можно будет размышлять о том, как заработать на YouTube. Кстати, если тебе интересно, как заработать с Google AdSense, и если ты знаешь, что такое Google AdSense, и как на нем заработать, ссылочку оставлю под этим видео в комментариях и в описании. Так что после просмотра данного выпуска можешь перейти в комментарии, и там будет эта ссылка. Поехали дальше. Как заработать на YouTube с нуля? Но с чего же получается начать? На самом деле вариантов уйма, и обязательно досмотри этот выпуск до конца, я тебя познакомлю с теми плюс самыми, так сказать, прибыльными нишами. Ну и в первую очередь совет. Тот, кто думает только о деньгах, часто проигрывает. Относитесь к своему YouTube-каналу как к хобби. Первые месяцы у вас вряд ли будет много подписчиков, просмотров. Если вам не нравится сам процесс, то вы, скорее всего, опустите руки и забросите канал, так и ничего не заработав. Через полгода, если успеете набрать хотя бы 1000 подписчиков, сможете зарабатывать уже около 100, а может быть и 500 долларов, при условии регулярного размещения интересных роликов. И один из маленьких лайфхаков, естественно, чем регулярнее вы размещаете видео, оптимально хотя бы 3-4 в неделю, тем быстрее вы достигнете той самой монетизации, где нужно накопить, вы знаете, набрать 1000 подписчиков и 4000 часов. Заработок на YouTube. Если вы задумались, как стать блогером на YouTube, то ниже я вам расскажу, так сказать, и будет это посвящено чуть ли не для чайников, и не только следуя которому, вы увидите уже первые результаты. Итак, естественно, первое – это выбор ниши. Вы должны хорошо в ней разбираться. Как показывает практика, люди доверяют профессионалам, которые способны грамотно демонстрировать знания изложением точных фактов и полезных советов про странные рассуждения. Там, допустим, Вася Иванова о жизни и вселенной никого не интересует. Хотя есть отдельные, так сказать, персонажи, YouTube-каналы, которые реально о чем-то болтают, и их люди смотрят, и да еще и по несколько тысяч раз. И, естественно, совет. Если у вас есть хобби, заставляющее глаза гореть, а мозг мыслить креативно, начните зарабатывать на нем с помощью YouTube. Естественно, в вашей нише автоматически приобретается коммерческий характер. Видеоблогеры, которые игнорируют это правило, спустя год разочарованно вздыхают. Ведь как можно заработать на YouTube? Привлечь тех, у кого есть деньги, а это рекламодатели и бизнесмены, реализующие свои товары и услуги, ну, это достаточно сложно в нынешнее, так сказать, время, смотря, опять же, какая ниша. Если это юмор, то тяжеловато. Если это про автосалоны, в целом про автомобили, то сами понимаете, тема ходовая, и поэтому вполне. Также вполне очень хорошей темой будет и в этом плане привлечение рекламодателей. Финансы, то же самое, как заработать. И действительно, если вам повезло, если вы увлекаетесь автомобилями, тогда вы можете снимать видеоролики про обзоры новых моделей, ремонт, тюнинг. На рынке есть много компаний, которые продают автозапчасти, оказывают услуги шиномонтажа, автомойки, полировки.
А вы собираете их клиентов перед экраном монитора. Так что автомобили — это золотая ниша. А теперь тот самый жирный кусочек, про который вам и обещал. Примеры тематик для видеоканала на YouTube, на которых легко заработать. Естественно, первое — это медицина и болезни. Как уже показывает практика последних 2 лет. Далее экономика, финансы, налоги. Заработок в интернете. Четвертое место занимает образование, работа и карьера. Пятое место — строительство и ремонт. Далее похудение, здоровый образ жизни, фитоняшки, прочее вот это. Красота. Также к ней относится косметика, парфюмерия, макияж, спа-процедуры. Так что тоже можете, если особенно женская половина, так сказать, шарит в этом направлении, то вполне можете по этим областям завести YouTube канал, и со временем даст это очень хороший результат. Создать свой YouTube канал можно за 5 минут. Для этого нужно выполнить несколько простых шагов, то есть зарегистрировать аккаунт в Google по ссылке accounts.google.com. Далее зайти на сайт непосредственно youtube.com, нажать на мой канал, придумать название и оформить канал на YouTube. Вы можете загрузить тематическую картинку или воспользоваться услугами дизайнеров. Фирменный стиль повышает доверие к YouTube каналу, но требует денежных вложений. Что можно посоветовать вам? Рекомендую заказать дизайн у профессионалов, когда у вас уже будет солидная база подписчиков. А на первых порах лучше сосредоточиться на роликах. То есть в основном можете вот сюда вставить какой-либо свой бросающийся в глаза аватар, но крупным планом, хотя бы чтобы было видно ваше крупным форматом лицо. И далее уже действовать по плану. Ролики, ролики и еще раз ролики. Что вы должны делать? Естественно, бесплатные методы, с которыми я хочу познакомить, если вы досмотрели до этого момента. Это увлекательные и качественные видеоролики. Самый эффективный метод продвижения, без которого все остальные просто не работают. Рекомендую вам не лениться и изучить максимум информации в интернете о создании видео. Вот, допустим, с частью из них я могу вас познакомить. То есть, если вы не знаете, какой ролик создать, то, пожалуйста, вид ролика. Это может быть слайд-шоу. Он из себя представляет демонстрацию изображений с закадровым голосом. Каким видеоблогерам поможет заработать со временем? Тем, кто боится показать себя новичкам. Далее влоги, так называемые. Это, скорее всего, рассказы о личном опыте, изложение своего мнения по какому-либо вопросу и так далее. Каким видеоблогерам поможет заработать? Людям с хорошей внешностью и приятным голосом, уверенным в себе, харизматичным, эрудированным личностям. Также есть такой же вид ролика, как Screenlast или Let's Play. Let's Play — запись игрового процесса. Подойдет видеоблогерам, ведущим какие-то там геймерские каналы, на YouTube и так далее. Самое главное, не забывайте добавлять в записи ненавязчивые призывы поставить лайк, добавить комментарий, подписаться на канал или, как многие сейчас еще говорят, нажать на колокольчик или проверить, нажат ли колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также не стоит забывать про бесплатную рекламу на других площадках. Ненавязчиво упоминайте свой канал на форумах, если у вас есть сайт, то в сайтах, блогах, в группах и пабликах социальных сетей, ну и в комментариях к видео. Можете в том числе
в топовых видео в Инстаграме по какому-либо хэштегу упоминать про свой канал. Но, естественно, без, чтобы это не было спамом. Главное найти схожую тематику и вашу целевую аудиторию. Допустим, если ваша тематика, пусть даже те же самые автомобили, и связано это более всего с тюнингом, то заходите в Инстаграм, прописываете хэштег в поиске, хэштег автотюнинг, и те, которые топовые публикации, пусть даже недавние публикации, под этими публикациями можете писать со смайликами, с огненными или как вашей душе угодно, туда-сюда, народ, убойный канал, просьба поддержать или полезная информация тут и пишите название своего канала. А ссылку на YouTube канал можете оставлять в своем профиле. Со временем заинтересуются. Есть люди, которые заинтересуются этим и будут такие люди, и которые не только прочтут этот комментарий, но и зайдут к вам на профиль в Инстаграме. Ну а чтобы не потерялась эта связь, они далее будут уже переходить по ссылке из Инстаграма на ваш YouTube канал, то есть перелив трафика. Пример. Полезное видео снял. Молодец, я тоже люблю жарить шашлыки на даче. И недавно опубликовал у себя на канале видео. И там ссылка в профиле. Кстати, у меня есть парочка рецептов вкусного маринада. И, кстати, это вот в области кулинарии то же самое. Очень яркий пример, который может заинтересовать людей. И тем более может получиться качественный перелив трафика.